Профессии разные важны, но есть особенные, где в основе отрасли лежит наука. Работники химической промышленности отмечают свой профессиональный праздник. Щелково-Аграхим – системообразующее предприятие отрасли, входящее в тройку самых значимых в стране. Крупнейший производитель химических средств защиты растений. День химика предприятие встречает в новом здании. Строительство корпуса площадью в 7 тысяч квадратных метров продолжалось в течение 2 лет. И вот он, долгожданный момент открытия. Наше новое здание – торжественной обстановке, друзья! Ура! 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 Полностью размещаемся здесь, даже у нас есть еще свободные места, мы будем расширяться. День химика «Щелково-Аграхим» всегда отмечается особым размахом, и даже в условиях пандемии удалось собраться вместе дружному коллективу, правда, в виртуальном пространстве. Праздник проходил в формате видеоконференции, церемонию транслировали в социальных сетях. Власти городского округа поздравили руководство предприятия и его сотрудников, людей, которые трудятся на благо развития химической промышленности страны и, конечно, Щелковской земли, продолжая славные традиции создания продуктов тонкой химии. Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков отметил, «Щелково-Аграхим» – одно из ключевых предприятий для муниципалитета. Очень приятно было смотреть за достижениями ключевого предприятия для города с точки зрения создания хороших, высокопрофессиональных, интересных рабочих мест. Также крупный налогоплательщик и по праву совсем недавно предприятие стало системообразующим для Московской области и для городского округа Щелково. Это очень важно. Вы доказали то, что собой являет руководитель, который умеет правильно подобрать, расставить кадры, создать атмосферу такой работы, которая доставляла удовольствие и, соответственно, приносила материальное благополучие. Для предприятия «День химика» – это еще и время подведения промежуточных итогов года. О них рассказал руководитель компании Салис Каракотов. Мы сегодня демонстрируем рост по сравнению с маем прошлого года, более чем на 20%. Это редчайший случай при таком падении производств в нашей стране из-за прекращения деятельности. Наша работа не прекращалась ни на день. Мы опережаем по объему, по тоннажу на 27%, по денежному выражению на 21%. И я думаю, что год завершится успешно. Сегодня в Щелково-Аграхим работают порядка 1500 человек. И в России, и за рубежом успешно развивается сеть представительств и филиалы предприятия. Главной гордостью для компании всегда были и остаются люди. Их труды, конечно, не остались незамеченными. Сотрудников чествовали со сцены. Благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства сельского хозяйства, главы муниципалитета и руководства предприятия передадут лично каждому награжденному. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.